Начинаем. Дара номер 228. Поггерс. Поехали. На зверя. Зубик. Активный зубик. Какой-никакой. При отзорге. З0. Господи, русские буквы. З0ГН. 6HAF. 2 синих. Бобы и зубы. 180. 86. Скорость 1.03, дамаг 3.86. Тирейт 2.03. Тирейта немного. Остальное будет нормально. Привет, Ларио, привет, DQ. Окей. Рейндж нормальный. Все остальное будет нормально. ХП немного, и тирейта немного. И карта не видно. Привет, шнурочек. Блет. Аккуратно. Бэби трей. Балет. Может и балет. Я не буду это брать пока что. Это можно оставить на будущее, если пригодится. Пока, по-моему, это абсолютно мне не надо. Привет, Кокудзу. Привет, Нордеус. Зуб ломает автомат, я не помню. Вы, конечно, мне лицо поломает, скорее всего, а не автомат. В любом случае. В золотую, на таком хп и таком говностарте. Боюсь, надо было заходить. Боюсь, сейчас это нелогично скипать этом румы. Этаж здоровый, этаж лост. На ласте, в принципе, даже обычно маленько больше, чем надо. Интересная рума. Причем у меня есть дес-карта, но я так не хочу ее всирать раньше времени. Кого я справляюсь. Ну-ка. Там за 5 копеек было хп, я бы очень хотел его взять. Каким-то образом, господи, бомб вообще не дают. Бля, тирейт, тирейт. Мало тирейта. Привет, Болдин. Рано сегодня. Думаю, позже будет уже плохо. Я так сейчас не толстым, что сегодня нихуя не выспался. Как обычно. И вообще посмотрим, может сегодня не будет много Эдена. Посмотрим.
Что-то опять сегодня не чувствую стрики. Сегодня уже будет ультракороткий стрим. Так, где еще можно денег взять? Я знаю, что можно, по идее, секретки открывать монстра зубом, но это прям страшно. Это прям очень страшно делать. Офай. Может быть и офну. Вон, синий хп. Господи, как-то я зря это нажал. Как-то это получилось странно. Ну ладно. Вроде все еще нормально получилось. Позором. Здесь без позора. Может, просто офнем. Деньги. Нет денег. Но стиков все пизда, походу, пришла. Блять, опять эта же хуйня. Вверх нихуя на полной скорости не идет. Блять, как меня это бесит. Все. Очередной говногеймпад сдох. Это тоже печально. Ну да, все, опять. Вниз нормально идет, вверх идет на полскорости. Как же мне это заебало с этими ебаными геймпадами. Просто жопа. Ему даже года, по-моему, нет. По-моему. Наверное. Геймпад DualSense. Да они все одинаковые, господи, там почитаешь отзывы, там везде одно и то же пишут. Там что Sony, что Xbox, там везде половина отзывов, что стики ебаное говно. Продают, за 8000 продают. Только причем не это. Не оригинальный, по-моему, а какой-то там, блядь, типа, с рисунками. За 8000 так он поменьше, по-моему, стоит. На клау, не клау, это пиздец, говно. Возможно, я все-таки куплю этот ебаный геймпад, который я забыл, как называется. 8 бит. Может, там типа, вроде, стики вроде как другие, потому что Xbox, у них даже стики, по-моему, одинаковые. Внутри анка, по-моему. Там, блядь, одно и то же. Вообще нет никаких отличий. Так что даже нет смысла на него переходить пытаться. Потому что у меня же тоже DualShock'и были. Какие-то получше, какие-то похуже. Там просто, видимо, от смены в Китае, видимо, разница. Сколько он у тебя будет работать. Что у меня самый первый DualShock 4-3 года жил, в принципе. Нормально с моей эксплуатацией. Считай, ежедневной. Хуен на этом. У нас пока 8 стоит, который с рисунком. Я думаю, у нас бы 1007 сейчас стоил, наверное. Без рисунка, наверное. Там цены, значит, могут по регионам еще отличаться. Ну, подороже они стали, подороже. И типа это еще может только начало. Потому что еще дороже будет. Неизвестно. Сейчас все это непредсказуемо. Я не уверен, что я хочу этот айтем. Twisted PR. Может быть, там, если у тебя много денег и есть листок, то обычно можно много чего найти. В этом случае. Ну, хотя там, типа, еще и по скидке же они продаются с другой стороны. Ну, ладно. Все-таки, может, я поверю в чудо и что-то там найду, может быть.
Ты не забавно, что мне айтем рум вообще скипать не надо в этом ране на зверя. Забавно. Потому что первый не скипал, а потом мне дали тут же планетарии. Это опять был 1%. Мы опять получили 1% прок. Шок. Неплохо. Бомбы воруют попозже. Я пока занят. Мне пока не до этого. Схожу. Ебать. Сходил. Ладно, можно было не ходить. Бэби-кран, ну, что-то вроде. Мэгги норм. За 3 синих хп. Давайте больше охуенных советов в чате. Я так их люблю. Вот уж всегда мечтал купить... Бебика за 3 синих хп. Тинтит был, я помню, да. Ну, вроде я найду все правильно. Ладно, я найду одну секрету, вторую я, видимо, уже не найду. Идите в пизду просто. Какого хуя это не здесь? What? Ебанутый лейаут. Я думаю, может, как-то привыкну к ходьбе на кнопки, но что-то я думаю, нихуя к этому не привыкну, это такое говно. Это как на клаве играть. Такая же чушь. Не, к этому вряд ли смогу привыкнуть. Что лежит там этот Марс. Привет, Кузя. Что-то я в магаз не зашел, у меня ключи вроде есть, но денег нет, ну ключи есть, можно посмотреть. А. Интересно. Я, короче, разгадал, почему у нас душнение-то пропало, думаю, что за хуйня. Почему так мало стало душнения, а он, сука, все удалил из Spotify. О, пес. И причем нет, это никак не связано с этими событиями, я просто решил со Spotify уйти еще в январе. Думаю, что за хуйня? Где? А вот оно, что там просто все форсы удалились, на альбомов 7, по-моему, просто ушло из Spotify. Но я все вернул. Может, даже теперь еще больше будет. Теперь даже больше станет, наверное. Так что все хорошо. Все восстановлено. Говорю, ебаные эти платформы стриминговые. Вот в чем был плюс раньше, нихуя ничего не терял. Теперь эти уебки постоянно все удаляют. И то есть вечно хуй поймешь, что у тебя есть, что у тебя нет в этом плейлисте. Непонятно вообще. Хорошая попытка. Отдай. Тоже отдай. Что такое Spotify? Как Яндекс.Музыка, только не говно. Ну вот я про то тебе и говорю, Ларю. В этом вся и проблема. Это, ладно, может, не говно, конечно, но типа после Spotify я не смог. Я уже не смог этим пользоваться. Ну, вообще не то. Во-первых, там много чего вообще не было в Яндекс.Музыке, еще больше, чем в Spotify для меня. И просто, типа, и предложка мне там намного меньше понравилась, и в целом. И приложение какое-то просто было уебищное в Яндекс.Музыке, но мне постоянно крашилось, по-моему. Короче, какая-то жопа просто была. Но, правда, я давно уже пользовался им. Справедливости ради, сейчас, может, уже лучше стало. Ну, короче, да. Но все равно они псы. Постоянно что-то удаляется. То там, то сям, что-то постоянно теряется из плейсов, надо все это контролировать. Бесит.
Ну это издержки таких платформ. С оплатой никак. Все. Типа, кто успел купить на год, там были, там можно было купить код, короче, последний день или два. И можно было активировать на год. Я это сделал, поэтому я теперь Spotify до марта 23-го года оплачен. И сейчас вроде вообще никак. Сейчас вроде вообще никак. Это не сделать. Причем это уже только через саппорт этого Spotify работало. Так что вот. Twitch список. Twitch это маленько там по-другому оплата проходит. Twitch можно подписывать через Юмани оплачивать, кстати. Официально все еще. А вот Spotify там все, они официально сказали, что они отключили премиум, по-моему, вообще. Для России. Ты просто не можешь вообще его подключить. Там такой, по-моему, нет возможности. Twitch пока еще живет. На удивление, но Twitch пока еще жив. Ну, типа, деньги нам вроде не хочется пока платить, потому что нет такой возможности, а подписки можно покупать вроде как. Потому что, оказывается, Юмани, я сам охуел, что, блядь, какой-то Юмани. Оказывается, можно через него по подписке брать, это бывший, который Яндекс деньги. Юмани. И только из-за этого, получается, сейчас можно, типа, это делать. Потому что карты они все уже, по-моему, заблочили. У меня уже точно не работало. Еще неделю тому назад, по-моему, или около того. Так что вот такие приколы. Ну, Spotify вроде все. Там вроде вообще все. То есть как бы сам Spotify доступен, но премиум уже никак не сделаешь. Если ты с русской картой. Или с аккаунтом русским. Там хер знает, что они смотрят, или то и другое смотрят. Алло, Рэми. Лазейка. Да, наверное, и так уже есть лазейки, просто кто этими лазейками будет пользоваться. Это же все уже усложнение. Опять же, 1, 2, 3, 5% от пользователей будут это делать. Кому уж очень сильно надо, понятное дело. Потому что даже, условно, даже какой-нибудь VPN-то ставить никто сильно-то не хочет, опять же. То есть, кому это очень-очень надо. Основной массе это будет не надо. То есть, все равно это будут огромные потери по аудитории. Вицеде. Уже очень специфичные штуки. Я даже не знаю, что лучше. Ладно, возьму фиолетовый щит. Закидали ангела. Импортировать музыку. Смотри, Ларио. Есть, короче, лайфхак. Открываешь google.com. Пока он еще не заблокирован. Туда вводишь импорт плейлиста из Spotify в Яндекс. Я уверен, там будет сразу же по первой ссылке будет ответ на твой вопрос. Потому что я так делал. И мне это вроде помогло. Сейчас все это через сайты, по-моему, делается. И также еще, по-моему, делал в текст плейлист экспортировал. Как-то тоже. Что там хуйни похавал? Надо аккуратно смотреть. Там же видно, что типа, если сайт адекватный или нет. Плюс-минус. Хотя я не помню, где я это делал. У тебя налоги? Нет, там был бесплатный вроде. Я тогда 2000 или 1500 песен, по-моему, бесплатно конвертировал. Но я не помню, где это было. Это было давно уж. Может, его уже и нет в наличии. Сейчас, может, все жадные стали. Такое тоже, наверное, может быть. Еще you accidentally left the holy book behind. Хорошо. Я подожду. У меня бомб мало. По-моему, еще рано.
Это точно не здесь? Что-то я в это слово верю, что это не здесь. Но, может быть, это правда не здесь. Ладно, возможно, я не угадал. Точно здесь. Это легко проверить. Это легко проверить. Надо пойти вниз. Это по-любому здесь. Нет, не здесь. Ладно. Но там было непонятно, возможно, просто взорвалось далеко. Не совсем было понятно, попало или нет. Но теперь мы убедились. Теперь мы точно знаем. Сюда, прикольно, Рума. Непонятно, вообще непонятно. Ищем конжоинт. Ищем инкубуса. И кринж-пару, наверное. Насчет конжоинда не уверен, что мне тут прям нужен конжоинт. Все еще пытаюсь маленько играть на кнопках, но что-то как-то как же двигаться неприятно на кнопках. Кнопки-то, наверное, будут более жить дольше, чем стик. Или может кнопки тоже теперь так же за один месяц раздрочатся на этом геймпаде. А так неудобно. Хотя... А может нормально. Надо на сидах легких пробовать. Много скучные. Да, можно короля мух собрать, это правда. Он там тоже довольно легко собирается обычно. Привет, меч. Двух геймпадов левый стик расшатался, целую инфу там пружина ослабла. Ну я говорю, что это дрочь, надо все разбирать, запчасти искать, потом их менять и типа хер знает, насколько это еще сработает. Сколько это, типа, это еще эффект даст. Фиг его пойми. Потом что-нибудь поломается. Вот это такая дрочь бессмысленная. Просто геймпады, говорю, они, походу, все одинаковые. Или почти все. Так, кстати, какой геймпад? Тоже, типа, Xbox или DualShock? Или что-то особенное? Я вот говорю, еще не пробовал эти 8 бит эти контроллеры, которые все вроде хвалят. Ни разу их не видел вживую. Может, они будут более живучие вдруг в этих условиях. Пайп не бесконечно, все нормально. Здорово. Как делишки после санкций? Переходим на другие сервисы, где платят деньги. Спасибо за 4 месяца. Всем добра и позитива. Пока никуда не переходим, некуда переходить. Пока нас отсюда не выгоняет, можно тут пока посидеть. Потому что все, что альтернатива, там как бы можно в принципе вообще не стримить. Можно просто это дело-то уже забыть, все эти рутубы, вазды и прочие трова. Это просто ебаный стыд, а не платформы. Конечно, был бы каким-нибудь мега-стримером, которому бы поплатили бы за фактом стриминга. Наверное, мне это было бы интересно, но в целом это долбоебизм. Потому что только такие туда сейчас и уходят, у кого просто дохуя аудитории, которым просто будут сами платформы дохера платить за то, что они в этой параше будут стримить. Только из-за этого. В телеге. Телега это вообще не платформа. Вообще нет, никак на стримах, по-моему, не подходит. Какая в жопу телега. Я говорю, нам в нашем положении нету альтернатив. Ну, нормальных. Тем более еще для Айзека. Купи муху зачем? А что, убили секретки? Да. Зачем мне эти секретки? И так найду. Просмотрел. Китайский клон из вот 60 мне нравится, но долговечность стиков такая себе, понял.
Ну, короче, я вот тоже думаю. Наверное, все-таки третий DualSense я покупать уже не буду, нет. Мне кажется, пора что-то менять в этой жизни. Время перемен пришло, наверное. Надо что-то другое опробовать. Но точно не думаю, что Xbox такая же параша будет. Однозначно. Там я тоже чудес не ожидаю. Куда ты полетел? А куда он полетел? Че было? Дохнут быстро. У меня уже у двух должен стик уже сдох левый. Недолговечные они. И стики. Ну, типа, и должок был также там тоже через раз. Когда на год хватит, когда на полгода хватит, когда на два года хватит, там как повезет. И потом надо либо чинить, либо менять. Шо, геморрой. Глаз тоже враг, ну, видимо, да. Серафим. Чё, все же будет конжойнт? Так, нам вроде Curse Room, да, бесплатная. Типа, пока еще вроде не смертельно, но я чувствую это ненадолго. Как бы я на втором геймпаде, который брал первым, в DualSense еще играю. Всякие там гонки на нем гоняю, но в Айзека уже на нем больно играть вроде было. Потому купил новый. Это тоже уже сколько, год прошел или даже меньше года, и все тоже уже голову делает. Проклятые геймпады. Все-таки клава в этом плане, конечно, лучше. А, он даже не заменит, да, на шипы здесь? Ладно. Пух на шипы. О, муха. Вижу. Не, клава базар 0, они намного надежнее в этом плане. Это вообще ни в кое сравнение идет. В клаве там просто тут ломаться нечему, в общем-то. Только если ее об стены не хуярить. Они очень-очень сильно дольше могут жить. Все-таки стик сам по себе такая вся конструкция, мягко говоря. Ну блин, на клаве я уже не смогу играть. Я уже лет 7 не играл в Айзека на клаве, наверное, не больше. Я еще, по-моему, во Flash Isaac играл на геймпаде через всякие эти эмуляторы. Эмуляторы. Ну эти как все. Хуйни, которые, короче, имитируют клаву на геймпаде. Мапперы. Еще в те годы. Это уже исключено. Потому говорю, типа, на кнопках, конечно, я могу бегать, но, блядь, этот ебаный кринж. Не те ощущения. Что делать с геймпадами? Я не знаю, я просто, ну, во-первых, я очень много играю, потому что, ну, типа, я уже стримлю 3 года, или уже 4 года почти каждый день, наверное. Бурная эксплуатация, и просто говорю, как повезет. У меня первый DualShock, самый живой из всех, которому уже тоже лет 7 или 8. И он все еще, в принципе, ну... Ну, как бы там кнопки некоторые маленько раскрепаны, сам стик там, то есть... Самое главное, стик там живой левый. При этом. А потом, который брал до этого... Вернее, после этого. Два еще DualShock. Они оба там буквально за полгода, год у них проблемы начались со стиком. Просто ебаная лотерея. Как тебе повезет с ними. Еще есть мнение, что, возможно, первые... Ревизии были лучше DualShock, если такое тоже мнение. Но это тоже не факт. Тоже может просто на удач попало так. 8 бит до SN30 Pro Plus, на Алике брал за 3100, сейчас глянул 7500, ебать, окей. Цены сейчас хорошо прыгнули, да. Пацан нравится, много игр на нем прошел. Ну вот, я тоже так смотрю, вроде как его многие рекомендуют. Кстати, а как он в Steam будет определяться и прочих? Или там он есть, типа, в списке он? Популярный геймпад.
это мне интересно. Потому что всякие Xbox это понятно, и DualSense они там везде есть, а вот такие контроллеры там тоже определяются. Или как это Xbox будет определяться. Так, конечно, можно, понятно, через просто этот, где-то через, как его, через DS4 Windows. И тоже проблем не будет, наверное. Что, в принципе, нет никакой разницы, наверное. Прикольная карта. И прикольные тени планета. Бери, не. Не хочу. Не хочу это брать. А боксовские у меня были старые. Вот старые мне нравился, которые 360 Xboxовские. Я на нем долго сидел. Xbox One я так почитал, там, судя по всему, по отзывам одно и то же, что и DualShock. Там даже вроде как, если я правильно помню, даже, по-моему, одни и те же стики вообще. Там, типа, внутрянка одна и та же, или почти одна и та же, то есть смысл один и тот же. Ничего не изменится, скорее всего. Там, типа, даже на Elite контроллер, там отзывы смотрел, там даже, блядь, даже на Elite, типа, там жалобы, что там тоже стики, типа, раздрачиваются, которые 15 тысяч, по-моему, стоило, сейчас на 1020 уже стоит на Elite контроллер. Ты просто ебанешься, и даже там такие же траблы могут быть. Короче, это боли. Минус кадры, это не с моей стороны. У меня минус кадров нету. Ну, вроде как. Не, у меня нет минус кадров. Это что-то у вас. Или у Твича. ОБС вроде живет. Вообще нормальных контроллеров появляются как иксбоксовские, даже китайские, кроме клонов DualShock. Ну да, типа, наверное, так и будет. Но это-то, в принципе, плевать. Лишь бы просто это функционировал. Остальное это уже мелочи. Короче, надо будет думать. Все-таки тратить 7-8 тысяч на геймпад, который полгода поработает и сдохнет, так же такое себе. Я, конечно, Twitch миллиардер, но все-таки не до такой же степени. Это же какая-то жопа. Привет, Гаджера. На 8-бит-4 режима, Switch, macOS, XPad, D-pad. Понял. Большие возможности. Привет, Докмитс. Нет дропов, у меня 250 фреймов потеряно с начала стрима. Но они вроде были все в начале стрима, я это видел. Вроде как. Я там сервер менял. У меня вначале были дропы все, когда запускал на 5 секунд. И потом пошел сервы тестить и выбрал пока что оптимальные. Какой-то там немецкий сервер. Ну вообще да, опять какие-то проблемы с Твичом. 38. Ну, похоже на правду, я думаю, они могут, наверное, отличаться, наверное. Плюс еще, возможно, он показывает то, что у вас потеряно. Может, с вашей там стороны какие-то лаги могут быть. Наверное. Так что это, возможно, он показывает все потерянные фреймы. И с моей, и с вашей стороны. Я не знаю, как это у Твича работает. У меня 250. И 0,02%. Что, в принципе, это, ну, ерунда вроде. Это не должно быть как-то особо ощущаться. Привет, Соломенс. Куда я пошел? Я заблудился. Привет, Applejack. Тапс один. Нормально. Фига, там вейс пошел. Нормально флексит. Блять, шприц. Я так и знал, что будет минус дэмэдж, собака. И даже не дали тирейда. И даже тирейда не дали. Мразотство.
Это мразотство, конечно, ну ладно. Вообще, ран-то пока говна, у меня вообще ничего нет. Просто тире там маленько и хоминг. И щит. Еще щит есть, но щит, мне кажется, особо не поможет. Как-то особо ощутимо. Здоров повыше, это правда. Ловушка Фучера, ловушка Фучера. Серафим Геймс. Кстати, Серафим Гейминг нормально спасает пока что. У меня еще импресс есть, вот что хорошо. У меня импресс есть на зверя. Это реально хорошо. Это хоть какой-то дэмэдж будет. Так что тут эта карта очень полезна. А почему Рума не светится фиолетовым? У меня же хоминг. Странно. А почему нет свечения фиолетового? Раньше ведь была же подсветка фиолетовая, нет? От хоминга в Darkness. Ее что, убрали, что ли? А! Была же это. А, глаз пропал. А куда он пропал? Почему пропал? Как он мог пропасть? Глаз спрятан. А, типа глаз. Глаз типа скрыт этим. Челиком. Из-за этого, что ли? Забавно, если это правда так работает. Ну это странно. Но на самом деле заебись, потому что это свечение дико мерзкое. Так что, в общем-то, я-то и не против. Так, мне вряд ли нужно столько карт на хп. Там карты интересные. Покажи мне их, сколько там карт. Конжоин, часть вторая. Спейцы, даймонсы, окей. Окей. Ага. Ага. Так, это точно тащи. Ты это по-любому ты меня тащишь. Хоть как ты меня тащишь. Друг. Мне это нужно. Мне это очень нужно. Найс. Найс. Хорошо. Так. Там можно... А ща Хермит можно сразу оставить. Тоже телепорт, чтобы бомбы не тратить и не искать фулл карту. Уже заодно сделать. Красиво. Ну, стало намного лучше. Скажем прямо. Привет, Экзиоми. День добрый. Потом будет ныть, где хп все синее. What? Зачем мне про это ныть? Вообще как посиня о чем-то. Ау. И рейд. Бэби плачет шоколадка. Ну, похоже на то. Хорошо так. Похоже на шоколадку. Я не знаю такую таблетку. И такую не знаю. Такую знаю. Такую тоже не знаю. А, хп бомба. Ну у меня же хп максимальное. Чем не переживать. Хули нам бессмертным. А, полетели. Потрясающе, так я же прыгнул. Просто потрясающе. Уф.
Уф, уф. Я ж тебя... А, нет, я тебя не видел. Там был хушек этого. Шейп. Это же ведь даже не конжоин, да? Это даже, по-моему, не конжоин, да? По-моему, нет. По-моему, это не конжоин. Да и вообще, нужен ли мне конжоин? Это же вопрос, честно говоря. Нужен ли... Господи, это было страшно. Ну, возможно, нужен. Тем более, с хомингом. О, моса на монстра. Честная схватка. Норм, ну, по идее, норм, да. Должно быть нормально. А, фулл карта, я даже ее не видел. Так, что можно сделать? Найти денежного автомата, можешь деньги пофармить. Денег не очень много. Нормально, плохо полетело. Две части Вельзевула. Да хоть пять частей. Осторожно, это не надо брать. Так, могу за пол хп сходить в Керсу. О, деньги. Бесплатные деньги. Бесплатные деньги, как мы любим. Найс. Так, смотри, тут можно дочистить. Ему фиолетово. Ну, в принципе, да. Мне он даже фит-фит, мне даже щит фиолетовый. Фиолетовая волна. Деньги лежат. Это правда, я могу их забрать. Этой челюстью. The fool. Тридес. А! Аккуратно. Плохо, что он не открывает в сундуке. Аккуратно. Карта. Там 5 копеек ло, я даже не видел, ладно. Это явно берется. 5 копеек это 5 копеек. Это огромные деньги. Тащи. Тащи, говорю, what the f... What? Эй! What the fuck? Че за говно? О, господи. Oh, сколько, подожди, 100 USD? Это сколько будет, даже страшно представить. Я даже чего, блядь? Блядь, ты к Xiaomi. Ой, ты к Xiaomi. Какие USD? Ты где их нашел? Что такое USD? Меня ж посадят за 100 USD. Спасибо огромное, ты к Xiaomi. Ну, походу, я теперь могу купить геймпад. LOL. Если придется. Спасибо большое, так это чудовищная сумма. Наверное, будет сейчас. Какой там курс будет сейчас обменивать. Иногент все. Забанить. Ужасно. Как это проходить? А. Окей. Не так сложно оказалось. Сахар, да, сахар. Сахар, кстати, вроде появился на полках, вроде видел. Что-то тоже его, походу, весь смели. На фоне паники, ну, вроде, уже вернулся. А так, вроде, я не знаю, я смотрел так по магазину, вроде, ничего пока не увидел, что что-то там изменилось. Только электроника, пиздец, конечно, ее накрыла. По ценам и по наличию. Продукты-то все на месте, вроде. Там что-то подорожало маленько, но пока несущественно. Так что пока не вижу причин для паники. Все вроде нормально. Ну дай бог, чтобы все так же закончилось уже быстрее, и чтобы потом реальность уже в норму пришла. Только, конечно, мы реально в каком-то черном зеркале, по-моему, уже живем. Что в мире происходит и у нас. Везде, в общем-то. А че он такой взъерошенный? Это от чего? Или он просто такой бешеный? Серия не очень вообще интересна, это правда.
Такую можно было бы и пропустить, наверное. Стик отдельно купить? Можно, но, опять же, мои кривые руки, если это полезу, мне кажется, ничем хорошим не закончится, если кого-то чинить, я думаю, там, наверное, смысла уже не будет. Там на 1002 только за замену, наверное, возьмут наверняка запчастями, типа. Хер знает, насколько это опять прокатит. Сколько это, типа, ремонт такой даст еще ему пожить. Не, я разбирал два раза, или где-то DualShock. В принципе, только один раз там что-то походу не досчитались, но при этом все вроде работало. Но, блядь, это такая дрочь, все такое мелкое. Страшно. Скучные бомбы. Ладно. Conjoint. Причем я помню, с каким-то хером я, по-моему, разбирал, чтобы отрубить эту тач-панель на DualShock'е. Но, возможно, раньше в Steam'е не было возможности ее отрубить. Возможно, раньше не было. Потому что я искал, я типа не нашел, как отрубить эту странную тач-панель у DualShock'а, потому что она у меня лагала. Там типа ложные это срабатывания были за нее, и типа я там этот шлейф отрубал насильно. Чтоб он мозги мне не делал. Но сейчас это вроде отключается вообще там просто через Steam. Удобно. Но вроде раньше такого, по-моему, не было. Потому что это было очень давно, когда это искал. Это лет 5 назад, наверное, уже было. Сейчас все стало сильно лучше в этом плане. Все можно настроить даже через Steam без всякой ебли. Там тач-панель тоже еще бывает сильно много проблем делает. Потому что она там почему-то тоже бывает это начинает лагать. Или морается, или хер, из-за чего ему шпиль попадает какая-то со временем. Начинается тоже трабл с ней. Ну, хотя, правда, с DualSense этого не было, потому что я тут ничего не отключал. Ни на одном, ни на втором DualSense. Все нормально работает. Кстати, наши маки, говорят, будут работать якобы, но я не уверен, что это правда. Типа, что, мол, у нас маки работают под другим юрлицом, и типа, похуй вообще им на эти ваши приколы и уходы. Типа, все еще будут работать, но, по-моему, это бред. У нас же так, по идее, все же маки под франшизами. Ну или почти все. Как бы это и так понятно. Что там почти никто, типа, не работает, типа, напрямую. Такого не бывает, в общем-то, почти. Камень. Ножницы, бумага. Привет, Эдикью. Так, я тут все сделал. Тут бомбу забрать могу. Ну, тут тупо за компанию тебя возьму уже. В дорожку. А, он, кстати, еще и первый стал. Спасибо. Это деньги нет. Это слишком большие деньги, чтобы задавать. It's gone. Just get over it. Вдруг пригодятся в дороге еще. Вдруг какую-нибудь бомжу отдадим. И он нам что-нибудь даст полезное. Так, а что я тут еще? Я что-то уже взял, да? Я тут взял этого бебика. Зеленого чудика взял. Я же вообще, да, в этом районе ничего не помню, я в этом районе ничего не скипал, я все это время видел. Потому что я первую не скипал, а на втором этаже мне дали 1% планетарии. Лол. Сегодня какие-то мемы с этими планетариями. 1% прокнул. Дожили. Не. Ладно, пошли искать выход. Есть того билда, хватит. А шок молоко, ну мне кажется, оно что-то не стоит, наверное. Шок молоко. Да, я его оставлял. Ну типа оно мне надо, шок молоко. Шок молоко. Мне почему-то в этой игре шок молоко больше не нравится. Планета это да, но планета... Тем более нет, наверное. Трикет делает, он дает этих... Фамильяров дает. Фамильяров в магазах. Вместо обычных айтемов, которые в магазе появляются.
Но сейчас уже бесполезно, очевидно. Сейчас я уже могу тринкет заменить на что-нибудь другое. Планеты я только что видел, да, но планеты я брать не буду, потому что это будет странно, наверное. Что-то я не думал, что это поможет. Тут хотя хоминг есть, типа, ну, черт его знает. Мне кажется, какая-то дурость. Кажется, это того не стоит. Скорее всего. Ну-ка. Не подходи ко мне. Не подходи ко мне, говорю. Посолил ободон, даже опять помогает. Ужас. Так, денег реально много. Только с ними делать нечего. Фулл хп, в принципе, мне бомжи-то не особо нужны. Вроде. Там ничего, кроме хп-то, не дают полезного, которые за деньги. А, давай. Наверное, это может помочь. Он что-то будет удваивать кого-то из... Что-то пока он как-то особо не работает. Тут деньги, если мне кажется, деньги мне не особо нужны. Вроде уже не особо нужны. А! Аккурат. О, две мухи, кайф. Потрясающе. Там была удача. Я, по-моему, ничего нет на удачу. Или есть? Вижу. А, стоп! Омега тинтит. Вот это я не увидел. Вот это я реально не увидел. Ага! Вот это было важнее. Господи, эти меченые камни, которые супер меченые, их я никогда не вижу. Они так плохо видны, особенно вот, по-моему, в этой первой главе. Я их только, по-моему, в бомбе вижу обычно. Более-менее, это когда как. Камушек, ну, в этот раз полностью оправдан. Тут-то точно надо брать. Хоть как. Ну вот, шок молоко, наверное, нет. Вомби даже обычно не вижу. Не знаю, я обычно наоборот вомби лучше вижу. Именно спешл камни. Потому что они там, по-моему, меньше отличаются от обычных, по-моему. Они вроде примерно так же. Просто чуть-чуть более бледные, наверное. Это называй билдом, привет, Танч. Но. Почему нет? Почему бы и не билд? Айтемы есть, есть, значит билд. Получается полноценный билд. Главное импресс. Если импресс должен хорошо бафнуть. Ну, вроде как. Импресс приятно. Зацени вейвика какого? Который был там уже поздно, видимо. А что там был за вейвик, я не видел. Какой там был вейвик? А, ТТС, ТТС я видел, да. У меня, кстати, о нем плохие воспоминания, потому что этот вейвик был в сезоне с вейвиками в R+. И это был ужасный вейвик. Просто ужасный. Он буквой Г двигался. Только. И это, блядь, было ужасно неудобно. Короче, очень-очень плохие воспоминания. Да, был сезон с бэбиками, я поебал, получается. Я прям делаю. Это было в Afterbirth Plus. Сезон 5. Охуеть, что-то я много ебал теряю. Я говорю, первая фаза — это ебаное говно этой догмы. Вторая фаза вообще просто элементарная. Ну, первая фаза просто говно. Вечно трахают. Все быстрее не выпиливать.
когда там было окно огромное. Ну, типа да. Тупо первая фаза трахает. Ну, сильно что-то трахает порой. Так, дэмэдж. Два лилабадона. Потрясающе. У них разные, подожди, у них разные, это разного цвета заряд. Забавно. Один красный, второй зеленый. Окей. Забавно. Серьезно? Я, блядь, даже не видел. Nice homing. Тут тоже вечно на фемине, я просто постоянно ебало теряю. Просто всегда, по-моему, почти. А дальше когда как. Этот первый всадник просто говнище. Какой он ужасный. Какой маленький монстр. Какой он маленький по сравнению с этими всадниками. Милота. Как будто мини-монстры. Тихо. Ну тут реально хоминг прям хорошо спасает на конжойнде, на этом файте. Неплохо слезы хомятся. Приятная самонаводка. Так что, неправильно, конжойнд берется всегда на зверя. Ладно, это из-за хоминга, правда. Может, все-таки дело в хоминге, а не в конжойнде. Больше. Ау. Какие мерзкие косы. Что началось-то? Так. Так, все. Улетай. Улетай, улетай. Ага. Ну, вроде хватает, окей. 7 хп нормально. Я говорю, много на зверя особо тут не надо было, да, как правило. Правда, конечно, дали крикет, понятно. Все равно. Конечно, без крикета, наверное, было бы больнее. Было бы сильно больнее без крикета. Так, еще идем на второй круг. Правда, пойдем на второй круг. Может, не будем? Нет, все-таки пойдем. Ну, маленько-маленько побегаем. Я думаю, ненадолго, да. Все, победа! Окей. 228. Геге.